На першому засіданні нової земельної комісії Одеської міськради 18 січня мали розглянути два питання – обрання голови комісії та секретаря. Могли вносити питання з голосу, скажімо так. Але коли члени земельної комісії, депутати, узнали про те, що буде общественність, буде народний депутат на цій комісії, вони її попросту відмінили. Вони звикли все це робити тайно. Они там собрались, тихонько, повторюсь, как мыши, да, собрались, шкурняки порешали, комиссию закрыли и ушли. А сейчас нет, сейчас это уже приходит народный депутат, приходит общественность. Вот вы пришли, да, средства массовой информации. Для них вообще, я вам скажу так по секрету, седьмой канал, это как такое копье, которое в них летит, да, они от него уклоняются. Поэтому очень хорошо, что сегодня мы все собираемся и показываем им, что город принадлежит одесситам, а не кучке вороватых чиновников, которые собрались сегодня в городском совете. Мы все знаем таксы, которые в городе ходят на земельные комиссии. И вот собираются как раз для этого. А поскольку сегодня у них ничего не получилось бы, они решили, что вопросы граждан им не важны. Так вот, уважаемые, наверное, все-таки нужно собираться и делать свою работу. И не бояться, кто на нее приходит, как на нее приходит. Та є в одеситів ще одна версія, чому засідання комісії скасували. Комісія за час решила не собираться. Мені кажется, що це все виной вчорашньої їх посиділки з песнями і плясками на дні рождения нашого уважаемого крепкого хозяйственника. Так что сегодня, наверное, кто-то все-таки не проснулся и не смог выйти. Вопрос, что будет происходить, если мы будем приходить на каждую комиссию, и касаемо не только этого профиля, и если так, это вроде бы шутка, но на самом деле не шутка, как все понимают. Наверное, сегодня и члены комиссии, и весь городской совет немного расстроились, потому что общак немного не пополнится. Я требую у депутатов земельной комиссии в кратчайшие сроки провести земельную комиссию, потому что помимо ваших шкурняков, которые вы хотите проводить, есть еще вопросы одесситов, которые все-таки нужно включать в порядок данной земельной комиссии и решать их.